Это коконы пчел-осмий, маленькие капсулы жизни. Видно, как они их прогрызали, появлялись на свет. А это остались не вышедшие, то есть тут пчелки по какой-то причине не родились. Я парочку вскрыл, и смотрите, что я тут вижу. Там внутри них, оказывается, есть паразиты. Я не знаю, это, наверное, может оса-наездник или еще кто-то. Они уже почти сформированы, они очень маленькие. Сама осмия маленькая, она раза в 2-3 меньше нашей медоносной пчелы. А эти букашки еще меньше. Это вот получается, они питались личинкой, съели ее. Там кто-то отложил яички в прошлом году, и вот они сейчас появляются на свет. Для сравнения, спичка лежит, насколько они маленькие. Похоже на ос, я уже вижу очертания, головки, все, только крылышек нету. Скоро бы они появились на свет. Вот так бывает иногда.